Привет. Привет. Ты куда едешь? На пляж. Ой, ты же на Лиман. На Лиман с велосипедом, на куяльник. Да. Мы сейчас из них молока и наберем. Тут, все, тут раньше был лиман. Он уже высох. Видишь, какая дорога? Дороги нет. Солнышко садится. Ты будешь на велике кататься, Костя? Да, на велике. Снега нет, санки не нужны. Будем кататься на велике. Тут можно сафари гонять. Там вдали санаторий, куяльник. Сделали новую дорогу. Прям на куяльник. Что, забор ставят? Ничего себе, столбы поставили. А что это тут такое будет? Столбы стоят. Какие-то работы. Да, на куяльнике проводят. Глаз положил, да. Кто-то глаз положил на куяльник. Да, буду это ставить. Освещение какое-то или ну, что? Это, видать, это самое... Смотри, может быть, облагородят зону куяльника. Да, ой, было бы здорово, чтобы была такая здравница. Тут все тут запущено. Да, нравится. Да, коровы шастают. Смотри, столбы, это как будто как для освещения столбы, да? Может, да, для освещения. Ну, вот для огородят территорию. Ну это ж не для ограждения вот такие высокие столбы. Но слишком часто, если для освещения, да? Воды в куяльнике прилично, да? Сегодня пришло. Ну, по-моему, с летом. Хотя здесь остановим. Да, все. Выгружаемся. Тут можно и пройти, а там кузочки гуляют. Сейчас, Костя, я тебя открою. Давай. Какой тут свежий воздух, да? Здорово. Не знаю, какие-то столбы мы поставили, непонятно. Концерт. Не, вот это как бы въезд обозначили. Смотри, обозначили въезд, да, и сделали прям, как будто как вот вдоль дорогу, вдоль дороги столбы. Интересно. Мы тут всегда приезжаем на маёвочку, на шашлыки. Да, папа сейчас тебе велосипед достанет, будешь гонять на велосипеде. Вон козочки бегут. Собака, пастух. А собака вон овчарка, да? Пастушок. Хочется вам передать этот запах специфический. Куяльник. Сама я тоже приехала с детьми погулять по свежему воздуху. Ну прям запах такой обалденный. Солнце слепит камеру. Сейчас вот там, где... Видите, вот какая... Вода просто ропа. Она настолько соленая, что если попадет в глаз, на слизистую, очень сильно будет печь. Особенно маленькие дети, которые не понимают, что нужно аккуратно. Вот видите, вот эти столбики. Это вот остатки еще. И они вот очень часто встречаются в куяльнике. Это остатки вот этих вот, как они называют, ну, приспособления такие были для добычи соли. Тут что-то сено откуда-то понавозили. Очень бывает много лошадей. Тут всякие фотосессии происходят. Очень классно. Тут молодежь приезжает и гоняет. На квадроциклах, на мотоциклах. А мы вот ездили вот туда, в самый-самый конец. Да, далеко-далеко ездили. Там такой обрыв идет. Очень здорово. Куяльник. Здесь нету никакой жизни. Все, солнце село. А сколько время? Часов 5, да? Нету 5. Ну, оно еще не совсем село. Ну, без 25. Без 25 солнышко уже садится. Где Костя там ездит? Идем гуляем. Тишина, спокойствие. Такая вот табличка висит. Застрял, звони. Много, когда плохая погода, кто сюда приедет, может застрять на машине.
Поэтому есть услуги эвакуатора. Ребята, замерзла. На Куяльнике вообще прохладненько. Хорошо. Свежий воздух. Грязь, запах грязи витает в воздухе. Полезно. Так что всем привет. Мы сегодня на Куяльнике гуляем. Катаемся на велосипеде, дышим свежим воздухом и вспоминаем лето. Ты, Костик, едет на своем велосипеде. Ох ты, как ты круто делаешь. Супер, молодец. Ты же здесь и учился на Куяльнике, да? Да. Кататься. Папа тебя здесь научил. Тут такой простор, тут можно гонять. Ну, да, давай. Давай вперед. Здесь возможно. Да. Ты еще не мокрый, нет? Нет. Тут идти на тепло одет. Для велоспорта. Костик кушает тортик. Проголодался. И чаек пьет. Привет! Вкусно? Да. Молодец. Приятного аппетита. Свежий воздух творит чудеса. Да. На старт. Внимание. Марш. Ну не спеши, не спеши. Давай. О, молодец. Только далеко не езди. Кто-то еще приехал погулять. О, что такое? Ты завалился? И что? Ну ничего страшного, поднимай. Бывает. Давай еще раз. Ну давай, давай. О, все получается. Молодец. Ты же уже несколько лет ездишь. Ты просто подзабыл уже с осени. Ого, круто. Молодец. Темнеет, козочки идут домой. Покушали травки. Идут уже домой. Главное, что у пастуха овчарка, помощница, помогает пастись. Мы сейчас тоже немножко еще подышим и поедем. Сейчас солнце сядет полностью. И поедем. Костя забрался наверх. А? Мальчик это козлик? Малыш, козленок. Ну, козленок. Ты забрался сюда, молодец. Там зелененькая травка, они ее щипают. Сейчас молока принесут домой. Целые бидоны. Прям допоздна гуляют козочки. Ме. А? Съезжай, съезжай. Там собачка, смотри аккуратно. Ты разворачиваешься? Щиплет травку. Где мальчик? Думаешь, а вот это, да, с рожками? А я не понимаю в них, кости. Может быть, мальчик. А может и не мальчик. Я в них не очень понимаю, где мальчик, где девочка. Вот, у него огромные рога. Папа наш замерз, уже в машине сидит. Думает, когда они уже нагуляются. Да, он красивый, да, такой. С каким удовольствием уплетает. Такие сумеречные кадры в сумерках. Как аппетитно он ее объедает. Костик себе нашел занятие. С горки спускаться на велосипеде. Эх, был бы снег, были бы сани. Сейчас развернется и будет
отнестись. Круто? Классно? Да. Супер, да? Молодец. Будем ехать домой или еще покатаешься? Еще чуть-чуть. Ну хорошо. О, ребята, я к воде подошла. Но там я уже не пройду. Там тоже торчат эти палочки из воды. Вон, видите? Эх, прям хочется плюхнуться. Вот, кстати, село с видом на Куяльник. Там такие уже современные коттеджи. Храм. Смотрите, да? У меня больше не увеличивается, больше не увеличивает телефон. А наличие камышей говорит о том, что где-то есть пресные источники. Камыш растет. Смотрите, какая тишина. Слушайте, как Куяльник.